Награда за труд. Нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами отметили чиновников, предпринимателей и руководителей предприятий, участвовавших в восстановлении Арыси. Наша область одной из первых в республике выполнила свою работу в пострадавшем городе на юге Казахстана. Как проходило торжественное мероприятие, видел Антон Александров. Приятные моменты поздравлений и благодарностей стали завершающим этапом аппаратного совещания на этой неделе. Межведомственную награду Министерства индустрии и инфраструктурного развития получил директор горкомхоза, нагрудный знак – почетный строитель. Еще порядка 10 человек были удостоены благодарственных писем акима Карагандинской области. Почетные грамоты вручили заместителям акимов Шетского, Абайского, Бухажирауского и Сакаровского районов, которые курировали восстановление пострадавшего города на месте. Отметили также и руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области. Это лето выдалось особенно жарким для всех, кто работал в Арыси над восстановлением города. Постоянно там находилась группа наших экспертов, работников, сотрудников наших во главе с моим первым заместителем Асылбеком Дюсебаевым. За нами были закреплены 519 квартир и 72 дома, требующих восстановления. Над восстановлением Арыси трудились в общем порядка 400 человек из нашей области. Отремонтировать необходимо было 519 квартир и 72 частных дома. Необходимые материалы и гуманитарную помощь собирали практически всем миром. В итоге удалось оперативно выполнить отведенный нашей области объем работ. Первыми в республике мы завершили, и наши коллеги уже вернулись в область. И я хотел бы поблагодарить коллег своих, сделали все возможное, чтобы местные жители вернулись к обычной жизни как можно скорее. Аким области поблагодарил всех, кто участвовал в оказании помощи и восстановлении объектов. Это строители, психологи, спасатели, сотрудники акимата, предприниматели и простые неравнодушные жители региона. Главной целью было вернуть к нормальной жизни город в Туркестанской области. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.